Доброго всем дня, дорогие друзья. Сегодня продолжаем с вами Mounted Blade Bannerlord. И изменим, наверное, нашу настройку. Сейчас я пока загружу наш сейв, который был сделан вчера в конце стрима. И напомню, да, что мы проходим на хардкоре, да, на повышенном, ну, на самом высоком уровне сложности. Нет, не на самом высоком. Вот это мы как раз сейчас изменим настройку кампании с ветерана на челлендж, да, то есть, ну, по идее, сейчас самая высокая сложность этой кампании, и продолжим наш путь. Говорить сегодня, возможно, буду чуть меньше, да, потому что кашель, он меня добивает, если я много разговариваю, поэтому сразу же извиняюсь, запись будет выложена на ютубе, если кому интересно пересмотреть или будет интересно увидеть все в прямом эфире. Кстати, я забыл, что мы с вами должны оставаться здесь некоторое время и поучаствовать в турнире. Если кому будет интересно прямой эфир, да, с ютуба, переходите по ссылочке, подслеживайте, в принципе, оповещения о начале стрима я делаю в группе ВКонтакте. Можно там будет отследить наш... Так, 108... Сырье плачу. Ой, копеек. Предлагаю как сделать? Предлагаю сейчас на турнире. Ну, сейчас, во-первых, восстановиться полностью. На турнире делать... Главарь банды. Черный рынок. На турнире делать ставки. Ставки на свою победу и посмотреть, что из этого выйдет. Безусловно, мы поставим все деньги, которые у нас будут, и, наверное, потом будет беда с этим моментом. Ну, если что, хотя бы на первое время заработаем из тренировочных миссий в... Нет, давайте-ка мы все-таки вот этих хотя бы догоним, хоть что-то продадим, если вдруг их победим. Хотя их не догоню. С одинаковой скоростью. Короче, убежал, хрен знает куда. Блять, зря это. Ну ладно. Не хотелось тратить тупо на ожидание по 100 монет, а видишь, еще 300 потратил, хотя уже мог сейчас участвовать в турнире. Блять. Блин, все по ушам бьет. Вообще мимо меня проскочили. Здесь мы через левых идем. Короче, пока 50 не буду тратить, сейчас попробую поучаствовать все-таки в турнире.
И буду, наверное, все-таки чисто бить по заданиям. Участвовать именно в заданиях. Так, 4-8. 3-6. Я их не догоню ни в жизнь. Суки. Почему такие скоростные-то? Мне потому что нет кавалерии, наверное, в этом. В моем. Так, какая-то чудо-шапка. Чудо-шапка пофигу. Так, мы за зелененьких. Нам главное вот это. 600. Почти все сейчас ставлю на себя, короче. Ребятки. Так, мы за зелененьких. Моё. Что-то у меня не очень получается с копьём. Ой, вот это опасно! Его надо сзади как-то подкрасться к нему. Вот о чём я говорил. Просрал свои 600 денег. Деус. Ну это тоже а-ля какой-то лорд. Здесь все будет печальненько для нас. Ваша команда дисквалифицирована. Прекрасно. Просто шикардос. Минус 600, на 2 дня пищи осталось. С деньгами как-то туговато у меня получается. Так все радужно, как я себе представлял. Десять, нас 20. Давайте отправим войска. Да пофиг. Так, мы пленных не хотим брать. Так, задание мы хотели брать. Пофиг. Черный рынок, значит, черный рынок. Не знаю, правда, что это задание, что оно значит. Но посмотрим. Вместо них с товаром. Не могу сказать, откуда он готов сделать большую скидку. Чем могу помочь? Мне есть немного живли в разном мере, 2 штук. Цена для вас составит 440. Даже не смейте просить более справедливую цену. Это половина нормального рыночного. Вы можете поехать в другой большой город, там точно никто не узнает. Ну, давайте. Чё это за херня появилась? Эй. Я первый раз вижу такую фигню. Я не могу выйти отсюда. А, вот так. Фига себе. А как я его включил-то? А-а-а.
эти товары были украдены из моего коллеги. Я могу дать вам 362 компенсацию. Нет, беги ты отсюда. Нет у меня столько денег. Пойти надо в большой другой город. У меня 22 денег осталось. 10 денег. Некогда тебе пока повышать. Краденые товары тоже не продаем. Так, ну ок. Должны. Задание чего, блядь? Давайте другой большой город. Здесь скинем контрабанду. Присоединимся к турниру. Так. Какова стоимость УВ? 3? Да ты охерела? Цена в 1? Что за мразь она меня обманула, блядь? Охереть, вот я лох. Если вы сделаете ставку 100 и победите, вы получите 400. И более 150. Ну, ладно, давайте. У меня нет фиг 150. Так, я за синенький. Блять, я за красненький. Щит надо взять на всякий случай. Так, я за красненький. Я за красненький. Все. Так, я опять за красненьких. Против меня жин длинный нож. Остальные просто воины. Кто? Сучёный же, блядь. Твою мать. Ты посмотри на это. Один раз только попал. Так, ставку мы уже делать не можем. Все, поставили, что могли. Так. Один на один. Да ты посмотри на него какой. Гадёныш. Блядь. Больно. Да не может быть, что ты не победил. Что за бред? Фу, блядь. И по ставкам тоже, получается, надо весь этот турнир победить, да? Огонь вообще. Вот это сыграл, так сыграл. Армия браконьеров 3 дня ждать.
Нет, значит, не к этому. Купец из Зеленого. Он просит вас пойти в Аль-Сасос около полуночи и убить браконьеров. Аль-Сасос. Это мы туда. Около полуночи. Как раз мы приближаемся к полуночи. А, нет, к полудню. Да, платить-то нечем бойцам. Сейчас начнут разбегаться. Поговорить с ребятами. Я хочу, чтобы ты знал о нападении. Не только на богачей раздаем деньги бедным. Но вы молодцы, все дела. Давай придем к соглашению. Может быть, что-то общее. Так, давай вот это попробуем, да? Послушай, ты плохие люди. Просто оставь королевские угодья. Успех. Да, возможно, вы правы. И... И вот это, да? Милосерднее. Если будет драка, пострадают невинные. Вот как ты заботишься о людях. Милосердный. Блять, фатальная ошибка. Все, пиздарики. С кем мы вас уничтожим? А, ну я с войсками а-ля гражданскими, да? Давайте. А, нет, я со всеми здесь. Окей. Хотя бы так. Sold forward! А, вот они. Окей, давайте вот сюда отходим. Move! Archer forward! Infantry! Move! Move! In charge! In forward! Forward! Shields up! Ну окей, одного мы потеряли в ранении. Так, 14 ножки защищает. Оденем. Кожа, стрелы такие же, как у меня. Итак, у нас здесь кожу мы оставляем. Так, ну чуть-чуть должны сейчас поднять денежек. И еще 1000 нам заплатили. Слушайте, надо реально выполнять задание, а не хитрить. Так, торговля. Блять, вот это меня, конечно... кинули. Жесть. Надо просто не в этой, возможно, этой продавать. Не в этой нации. О, уже 3000. Давайте вот их попробуем. Готов вообще. Так, слушайте, а мне надо нанять спутника. Я уже буду выполнить это задание. В таверне есть либо Катила обижена, либо Джин длинный нож.
Итак, расскажи нам о себе. Дали себе выйти, не знакомиться, расскажу тебе, Ля-Ля Тополя. Как бы получше это сказать? Я бы назвал себя женщиной, которая заработала репутацию, делая мужскую работу лучше их самих. Говорят, что редкость. Тем не менее, до сих пор удивляюсь сама себе. Я не буду являться собственным... Ой, господи, когда у меня есть четкие задания, вам не придется подкупать охранников, чтобы... Так, давай, типа... Плутовство, атлетика, метательное оружие и одноручное. А, хитрая и великодушная. Так, 1700 ей надо заплатить. Ну, для начала давайте... Ай! Не туда нажал. Для начала давайте поговорим еще с обиженной теткой. Я танкист, привет. Если правда высказывает такой интерес, то прошу вас. Так, специализировался на... Так, посмотрим тебя сразу. Уй. Это чисто с арбалетами и одноручная. Ну так себе, конечно. А сколько ты хочешь денег? 1300. А та сколько? 1700. Жестокая и честная. Вообще никаких умений больше нету. Но ты слабенький, очень слабенький персонаж. И другая, длинный нож. Ну. Это ты длинный нож? Опытный разбойник. А где тетка-то? Давайте в другой город съездим. Вот в Парос, например. Вот этих бы накернуть. У них, по идее, ничего у них нету. Есть, бывают, отряды с пленными. Если ты с пленными их разваливаешь, можно взять их войск, ну, их пленных себе в войск. И это прикольно. Archers! Move! Infantry! Move! Forward! Bowmen! Forward! Так, их надо как можно дольше обстреливать. Infantry! Move! Потому что мы в меньшинстве. Нормального меча нет, у меня это булава.
не было, зато у них хабар должен быть. Может быть хороший. Пища есть, тоже хорошо. Ее мы не продаем пока. Также стоит по единичке. Вот это меня киданули. Чё за фигня-то? Что это за ящичек-то? Украденные товары. Где лох? Так, 10 дней. Так, нам надо сходить в таверну. Он не смотрел, куда едет, поэтому все равно, если лошадь разбила малютке голову, охереть. Я видел, как она нянчила малютку с двух приступов лихорадки. Терпение своей этой матери видеть, как все это она страдала. Вокруг них сорвалась толпа. Он кричал, я подошел с молотком и ударил его насмерть. Это был конец моей жизни в городе. Я вспомнил, однако, я не могу представить себе, как можно поступить иначе. Ну, блин, я с тобой согласен, я бы тебя даже взял. Ковка есть, атлетика, древковая, отлично, двуручная, прекрасно. Нету разведки, но мы заберем ее в следующий. Милосердный и великодушный. Блять, а если я буду всех казнить? Чё ты хочешь? 200! Да вы охерели, ребята. Давайте, если на турнире победим. Продолжаем ставить. И я за желтеньких. Его надо убивать. Бляха-муха. И все, и моих желтеньких всех покоцал. Твою дивизию. Делаешь-то? А, это не мой. Ёп, мой, вот он. Все, иди дальше, купи. Ну. Не, боты все-таки бывают туповаты здесь. Наверное, кто первее потеряет лошадь, тот и победит. Что они стреляют, в смысле, они работают только по лошади. Такое ощущение. Давай, желтенький. Ну, все, теперь. Рион его встретит сейчас с копьем и убьет. Сейчас на лошадь сядет. Хорош.
все сейчас опять встанут друг с другом. Будут убить. Ну. Ну. Хорош. Это был пипец. Арбалетчик, ты меня заставил понервничать. Так, мы опять за желтеньким. Сражайтесь там сами, ребятки. Броня у них, конечно, пипец. Нереально здесь выиграть, блядь, с такой броней. Но меня допустили. Так. Я за красненьких. Опять то же самое. Куда бежишь вперед? Ой, кого, блядь? Все, кирдык. На последнем издыхании, блядь. Альтигар кузнец. О, я его хочу нанять, и он же со мной будет биться. Ах ты жучара, блядь. Хорош, Альтигар. Подыграл мне чуть-чуть. О, полторашечку мы забубенили. Плюс еще такую штучку. Ну, немного, конечно, защищает, но хоть что-то. Так, и, блин, мне бы меч, конечно, какой-нибудь. Так, итого у нас 465. В принципе, можем уже взять кого-нибудь. Пятый уровень, длина 108, одноручная. Херасе, секира. Когда же ей, наверное? 2000, блядь, дорого. Ладно. Пока оставим эту затею. Давайте перейдем опять в таверну. Ну и возьмем кузнеца, наверное. Остановите свой клан. Мы это сделали. Задание. Теперь осталось найти еще 7 товарищей. Феодалов, скажем так, да, и с ними отработать. Так, здесь задания нету. Торговли. На 10 дней есть питание. Нужно пойти пока. Пока куда пойти? Искать надо других феодалов. Пойти к кочевникам, наверное, в сторону кочевников.
Ира и Марира. Стой. 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 Если мы им поможем, по идее, улучшится наши взаимоотношения. Мы не успели даже поблизиться. Отношения ноль. Она у нас скупая, жестокая и отважная. Возраст 22. Можно вот к этим комперцам наняться на службу. Хотя я вроде хотел к своим этим наниматься.
Так, а я здесь без микрофона, да? Ну да, да, семейная вражда, давайте. Короче, дело какое, что здесь один хер, тегресос, а из тегресос, убил человека. Короче, нам надо теперь его найти, этого человека. Даст он нам за это $500. Так, вон там он прячется. Синор. Решил тебе помочь. Хорошо, защити меня. Окей, приходи к нам. Теперь идем разбираться на разборочке. Дегерос. Полет опять забил. Ну да. Решил разнообразиться. Так, с кем мне надо перетрещать? Вы убедили Синор отправиться в Тегерос. Стонипс из Тегерос. Какой-то Тонипс. Ты враждуешь. Похоже, ты пришел на собственные похороны. Подождите, мы пришли поговорить, послушайте нас. Так, ну да и, короче, не бузи. Тут не о чем говорить, этот ублюдок убил одного из моих родственников. Мы имеем полное право отомстить. Так, ты нарушаешь закон. Давайте попробуем убедить. Провал. Прекрасно. Так, посмотрим, что вы придумаете. Давай через обаяние попробуем успех. Понимает он все. Ну, здесь будет сейчас провал. Плутовство и доблестный. 9 успеха процентов, 9 промаха. Провал. Ну все, нам сейчас дадут пиздюлей. Хватит, нам больше не нужно сражаться. У нас нет к вам претензий, потому что справедливость восторжествовала. Прекрасно. Завалили они, короче, этого чувака, не смогли мы с ними добазариться. МиГ-15. МиГ-15 хороший аппарат. Шикарный. Давай, заберем твое стадо. Так, у тебя что за беда? Опять семейная вражда. Ребята,
Вы чё, блядь, враждуете-то? Сейбра, если я не брал. Пошли, я еще и тебя там положу. Надо сейчас попробовать договориться все-таки. Ни разу еще не выполнял вот это вот задание дурацкое. Куда нам надо? С кем ты враждовал-то? Логово бандитов. О, это тема. А, бесплатно? Да нет, я вообще ничего не пробовал бесплатно. Чтобы попробовать, надо, блядь, его изучить, надо в нем посидеть, а не один день просто летать. Итак. Семейная вражда. Давайте, куда нам надо прийти? Отправиться в Эльбулос. Эльбулос. Так, вон там у нас это логово надо расхлестать. Эйбулос, Эйбулос, вот он. Хера себе там народу, блять. За раз мы точно его не расхлестаем. Ну, мне недостаточно. Лишь про себя говоришь, не настаивай ни на что. Так. Пока вы не найдете причину. Твою мать, еще меня сложили. Прекрасно, блядь, просто. Дебильное задание. Прям придурочное, блядь. Сука, прям бесит меня это задание. Логово бандитов 9 дней. А это в Ликарон надо отправить. 4 дней. И это ли корон ты этот? Спасибо. Все, пока. Хера себе сюда скакать. Давайте ловкость, наверное, зафигачим. Короче, пока восстанавливаемся. Так, кому нам надо отдать? В камон палец какой-то. Я надо отдать. Так, я по одному делу. Держи свои головы. 400 рублей медаль.
Мало. Мало. Ну, пойдемте в это логово, но это пипец в этом логове будет. Серьезно. Там просто сильно нахлобучит. Оп, стоять. О, враги. Так, ну-ка расскажи ко мне про это сражение. Может, не нас... А, нас нужно пока рано. Сначала надо всех их обойти. Хера себе. Здесь сейчас нас просто звезделят, прям нормас. Давайте попробуем отработать через дальники. Так, продвигаемся. Хера, конечно. У-у-у-у. Ребята просто сорвались. И все они не стрелки. Это самое фиговое. Сейчас мы все здесь поляжем. Со второго раза зайдем. Ой, блядь. Это было очевидно. И эти сейчас еще догонят нас, блядь. Надо ждать теперь, пока выздоровеем и опять туда. Так и будем ходить. 3 дня осталось. Но я не выполню это задание стопудово. За 3 дня только, наверное, восстановлюсь. Тридцать три хера. Такие же, как здесь были. Так, стоп. Главное, чтобы он выжил, этот хер.
Мы с ним как раз переговорим. Оп, опять начал биться. Стоять! Прикалываешься, что ли? Да, да, тяжеловато идет. А, ну все, их уже нет смысла ловить. Спасибо, игра. Давайте, здесь мы еще не были. Сколько их там? 13, 10, 23. А нас там будет человек 5. Манду. Пятеро. Степные разбойники нас размотают, кажется. Куда он поехал-то вообще? Карахангангангбарган. Сюда давай. Здесь не будет просто. Так, мы за синих. Морду вообще попасть не могу. Вообще ни одного не убил еще. Эу. А это не мои, чуваки. Нихера себе. Я был уверен, что это мои чуваки. Твою мать, а. Я не обращаю внимания на них, блядь. Хераси. Все, мы выбили, блядь. Просто класс. Просто отсос Петрович. Кстати, здесь я буду нанимать, наверное. А какой нахуй нанимать 70 рублей? Эта хиромантия ничего не стоит. Вот меня обманули, конечно. Хераек здесь, ёпта. 41. Еще и степных 11. Ну все, это плен. Даже без разговоров, блядь.
Это пипец. Bowman, move! Footman, move! Form a shield wall! Archers, hold fire at will! Чего вы стреляете, ты? Эти вот степные уродцы, конечно. Это лошадь мою угнали. Твою дивизию. Так, все ко мне. Ребятки, все ко мне. Долбить этих сучат. Не, мы сосали. Сосали, блядь. Теперь отсос Петрович и все заново, блядь. Не жраты вы? Ни хера нет. А чё, я куда иду-то, блядь? На турнире, если только поучаствовать. Но мне сейчас не будет. У меня жратвы даже нету. Купить не на что. Придется продавать. А, тренировочный бой, кстати. Теоретически. Надо только остановиться. Можно попробовать сейчас в тренировочном бою 250 рубасов поднять хотя бы на жратву. О, здесь даже турнир есть. Давайте сначала турнир. Так, кажется, сам за себя. Вот отсос Петрович для меня. Вот так вот. Вообще ни разу не попал ни в одного, ни во второго. Ah!
Так, ну я на один полевок остался. Все, ёпта. Отдохни. О, меня пропустили дальше. Огонь. Я за синенькую команду. Черт. Ах ты, зараза, блядь. Так. Хорош. Фу. Но у них у всех укузаитов этих сложные. А меня эти. Турниры, они вот такие все на конях. О, отлично. Ну и здесь сейчас неизвестно, что будет. Кусур, сокол. О, ну хотя бы мы со щитом, это уже хорошо. Ух ты. Хорош. Блин, хотя здесь, наверное, лучше продать. Денег вообще нету. Чего, и нанимать теперь сборную солянку, я так думаю. А, отлично. Эти степные засранцы хорошие. Никого здесь нет. 10, а у нас 5. Давайте попытаем счастье. Ну, либо опять в плен. Четверо, этих 10. До минимум 6 я должен сложить. Блять, из лука.
Эй, ребятки. Давайте-ка все на меня. Так, двоих мы потеряли. Опять на них нарвался. Блять. Степные разбойники, это пизда. Даже можно не пытаться ничего делают, блядь. Степные — это жесть. Уродцы, блядь. Поехали путешествовать. Ты посмотри, сколько их здесь, этих степных уродцев, блядь. Так, куда здесь бежать? Сюда, если только. Ха-ха, блядь. Ай.
9 стрел. А у них есть луч. Стрела. Все. Ну, они меня копьями, конечно, достанут. Так, этот хер тоже отстрелялся. Так, раз, два, три, четыре, пятеро их. Это без вариантов. Жизни нет, хера. Бляха-муха, ведь могло все получиться. The day is ours! Опять повезли хер знает куда. Нет у меня столько денег. Очень их много. Да, выкинули, блядь. Я отсюда вообще не выйду никогда. Сколько их стрелков? Да хера. Да хера стрелков мне не закружить. Все, все стрелки отстрелялись. Пей. Блять, какой ты быстрый, ты друг.
Кровченко. Сегодня прям веселый стрим. Свалить отсюда по-быстрому. Если вы не против, чтобы я это сказал, но твои люди проливали за тебя свою кровь. Мне неприятно слышать, что их жалование задерживают. Чего, блядь? Хорошо, я буду учитывать твои пожелания. Какое, блядь, жалование? У меня людей-то нету никого. Надо восстановиться, попробовать еще поучаствовать в турнире. Конечно, жесть. Сегодня это не вчера. Вчера было повеселей. Степные эти какашки, это, конечно, пипец. Продолжать ставить. Ёшки, Арив на 90 сразу снял с удара. Так, каждый сам за себя. Ох! Стой, лошадь, зараза! Зайтенок там какой-то, гадюка. Вторую лошадь не скрысь до этого. Давайте еще одну возьмем. Серьезный какой-то типок.
Ой, а лучше, что не конченая тоже. Хорош. Так, каждый сам за себя, да? Ой-ой-ой. Смотри на него. Хорош. Тяжелый улан, серьезный дядька. Отойдем назад. Как это? Шустрый, сука. Денег ноль. Прекрасно. Прекрасно. Ну, вариантов нет. Пойдем картошку. Как говорит один из стримеров, чистить. Это вообще сложили на раз-два. Нахер я только его покупал. Так, ребятки, у вас закончится когда-нибудь ваши... ваши какашки, которым вы кидаетесь. Тебе по башке. Но похер. Сейчас они меня догонят. Сейчас они меня догонят. Ничего не весит.
Давайте тренировочный бой, а что делать? Ох, блядь, схватил. Так, где-то здесь был лук. Осталось 19. Развернусь, бляха-муха. Ох, нихера себе он дал. О, блядь. Почему ты в меня стреляешь, а не в того кренделя? Посмотри, два раза промазал. Ugh!
Бляха. Давайте там друг с дружкой пока. Да как так-то, ёшки-матрёшки, я же был защищен ссаным щитом. Сзади еще такой же пулялка. Чего с ним? Еще, да кто-нибудь их убивает вообще? А, я сам только 4 убил. Вот ты зараза появился, смотрите как. Ugh!
Хера сегодня секира здесь, блядь. Come on! Так, ребятки, двое остались, вот эти и все. Так, ну давай. Только опять не в пету. Все, на этой ноте это сегодня заканчиваем. Хватит. 250 заработали. Так, чуть-чуть денежек уже есть. Можем уже и людишек нанять, чтобы совсем не того. Во-во-во. Ну как-то так. Ладненько, буду прощаться. Всем покедова. Запись выложу. До новых встреч. Надо отбежать.